экспедиции проводились? Это 14-й год, 15-й и 16-й. А потом была какая-то там проблема, не было там финансирования, ничто, оно отменилось. А потом, когда началась вот эта чума, это тоже, естественно, там отменили и лагеря для детей. Там же было в основном, они делали сразу для трех возрастных поколений. Молодежь была, потом постарше были ребята, а потом, вот как я был со всеми, Шубернецкий, Тираспольский, там были Академия наук, то есть уже люди, которые именно конкретизировали все, что было увидено, брали пробы, в общем, все, и земли, и воды. В общем, там, научная уже экспедиция, да, с учеными. Там уже и с университета наши были, деканы. Все вместе, они, как говорится, там не было никакого разногласия, вот как на политических каких-то вообще. У нас, говорится, наша трасса, вот так, она наоборот нас объединяет, что мы боремся за одно целое, наше сохранение нашего жизненного источника, нашей реки, которая дает нам воду, дает красоту, дает нам возможность почувствовать себя. Ну, что ты хочешь, поплавать, на байдарке, на лодке, порыбать. То есть это, ну, бесконечно можно перечислять, потому что один раз попадешь, потом тянет тебя, как я и говорил. Вот, я, к сожалению, потом не смог, по некоторым причинам у меня работа была, не позволяла отправиться в экспедицию. Ну, надеюсь, как это все пропадет, чума эта, и мы сможем уже отправиться, чтобы еще была политическая обстановка хорошая, все это закончилось по-лучшему, и чтобы мы могли отправляться. Вот это